здравствуйте! В эфире проект «Встречай Новый год» вместе с Вести и ведущая я Анастасия Стародубова. На календаре пятница, 5 декабря, а это значит, что до Нового года осталось 26 дней. Каждое утро в последний месяц уходящего 2014 года мы расскажем о том, как лучше встретить Новый год, чтобы он запомнился на долгие годы. Год козы по восточному календарю вступит в свои права только с 19 февраля следующего года. У этого животное особое отношение с финансами. Она не понимает, куда они уходят. И зачастую козе в неподходящий момент может не хватить денег на покупки. Кстати, в такой ситуации накануне Нового года может оказаться любой из нас. Тем более, что в декабре всем предстоят серьезные траты. И тут на помощь придет Восточный экспресс-банк. В Новый год хочется, чтобы все мечты сбылись, но на желания не всегда хватает времени и денег. Поэтому Банк Восточный предлагает кредит новогодний, условия которого приятно удивят. Ставка по кредиту от 15% годовых, без дополнительных плат и комиссий. Срок кредитования до 5 лет. Для оформления нужен только паспорт. Спешите получить деньги на подарки себе и своим близким в любом отделении по адресам Торговая 38, Чертогашева 79 и Пушкина 58. Устройте настоящий новогодний праздник вместе с Восточным экспресс-банком. На Новый год лучше всего дарить сладкие угощения. Коза гурманкой предпочитает натуральные продукты, собранные с тех же самых полей, где пасется она сама. Натуральный и богатый микроэлементами продукт в Абакане можно найти на ярмарке в Доме культуры имени Кадышева. Здесь представлены десятки видов меда – гречишный, липовый, дониковый и еще множество сортов на любой вкус и кошелек. Есть и редкие с добавлением маточного молочка. Чтобы определиться с выбором, мед можно продегустировать, а специалисты подскажут, какой подойдет лучше от простуды, давления и даже катаракты. У каждого региона имеются свои эксклюзивные меда. Так, ну, например, взять там, как Адыгея, там, например, каштан, Башкирия, там, у нее липа, ну, славится их липа башкирская, хотя у всех липа очень много. У меня на Дальнем Востоке это амурский бархат, это, то есть пробковое дерево, мне давно сейчас 7 лет. Приобрести полезный продукт можно в ДК имени Кадышева ежедневно с 10 до 19 часов. Ярмарка будет работать до 7 декабря. В следующий раз пчеловоды приедут только через полгода, поэтому стоит поторопиться. Коза – истинная вегетарианка, она обожает зелень. Поэтому на праздничном столе обязательно должны быть блюда из свежих овощей. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1». Встречайте Новый год вместе с Вестью.